Витископ. Атланта является лидером Восточной конференции, и это не просто так. Тому есть много причин. Во-первых, у Хоукс прекрасный тренер, который брал уроки мастерства у самого Грега Поповича, Буденхольцер. Он строит свой коллектив по тому же принципу. Не пошло у Хорфорда, пошло у Милсепа. Многие недооценивают разыгрывающего их команды Джеффа Тига. Не упоминают о нем, когда обсуждают лучших разыгрывающих лиги. Тем не менее, Джефф входит в пятерку как по набранным очкам, так и по передачам среди разыгрывающих. А это очень серьезные показатели. Но об Атланте всегда забывали, забывают и будут забывать. Может быть, даже в первую очередь потому, что сами болельщики этой команды не поддерживают ребят должным образом. Фронткорт, Милсап и Хорфорд. Это может быть, если не идеальный, то близкий к идеальному фронткорт. Потому что Милсап, он очень такой хороший защитный тяжелый форвард. Имя Пола будет одно из первых, когда вы подумаете, с кем из ребят играть против силовой защитной тягучей команды оппонента. И Хорфорд, доминиканец, который тоже боец до мозга костей, который тоже не жадный, готов всегда отдать передачу или пройти под кольцо, или отойти в тень, когда у кого-то из его, из других ребят стартового состава идет бросок. И они на адекватных контрактах. Я думаю, у этой команды большое будущее. И при привлечении Сефалоши и, может быть, еще там 1-2 каких-то незначительных ролевика в дедлайн, и этого соперника будет очень сложно пройти. Даже таким монстрам, как Кливленд и Чикаго. Витископ. Спортивное видео.